Да, дверь дырявая со всех сторон. Не могли ее, что ли, блядь, растянуть так, чтобы она, блядь, в текстуры въехала? Че, всех при сумах? А где Шепард? Он внизу, там же, где я был. А все, он тут. Ну все, идем вниз. Меня нет еще, меня нет. Ой, спекайся тогда в хилачу. Да. Кобус уманите. Смотрителя там, да, лучше. Кого нету, кого нету? Да все, мусульманин, Коба тут. Пошли вниз. А наверх мы куда выходим? Наверх не туда. Наверх это на верхние эти ряды. А, все понял, понял, куда. Это после шахмат, где ты идешь. Ну, типа того, да. Подаван, стой. А вы где, блядь? Поднялись уже. А ты сам где ты? А я хуй за это, я внизу где-то. Давай, давай, сюда, давай, давай, беги, правильно бежи. Сказал, вниз беги. Вон мы стоим, видишь, наверху. И все, и поднимайся. Да все, дальше я знаю, блядь. Ну, вот. Уверен? Суманули просто хуй пойми куда, блядь. Пока прогрузился, блядь. Все четко, теперь все знаете. Кто у нас пока регер специалист? Все одновременно. Все по чуть-чуть. На каждом бозе каждый по-своему. Так, что хилить говоришь, да? Ну я скастуюсь, это не будет, короче. Что-то нехуй хилить, ибо дизи. А тут трэш в гере слабее, чем в этом, легче, чем в обычке. Вась, поставь на кнопку, пожалуйста. Сейчас поставлю, что ты доебалась. Заебал. Вот такая мы семья. Дружная, любимая, да-да-да. С первого раза сразу заебала. Еще в Каражан до босса дойти не успели, а она жу-жу-жу-жу-жу-жу. Да каждый день такое, заебало. Че мы стоим? Подала, ну. Подала, дай прикурить. Заебал курить уже. Давай, вот бросай. Именно, я его жу-жу-жу заебала, а он меня курить заебал. Надо тебя курить? На коне прям вообще великолепно, он на вторую пуху себе такой же трансмог кинул. Надо просто заебать. Красиво выглядит. Ну, вообще прикольно выглядит. Прогиб защиты. Ой, гнев небес дал, нахуй, изи. Ой, я там сверху случайно сагрил. Похуй, разберемся, ебать. Так, ну робот, что там, блядь? Три фазы, да, у него ядовитые это лужи. Угу. Да. Потом что? Аркан, это когда он лужи кидает, которые нужно закрывать всем. А, лужи, да, помню. И еще какая? И электрический, который они грязно стоят, и нужно убивать ручки, чтобы получить кнопку прирыва каста. Там, короче, это искра, искру надо свечиться убивать, кто ее убил последний, типа, тот получает кнопку, нахуй. Ну это изи. А еще там какая фишка есть? Там, по-моему, дебаф вешается, как, блять, как же на этом, как на Фрее, нахуй. И там надо, типа, выбегать, есть, по-моему, такая хуйня? Да, да, да. А на ядовитом луже, ну луже изи, это просто водить его, как этого, блять, скажи мне, в Наксе. Да. Гроб. Да, да, да. Нет. Там мимики бьют, а здесь нет. Так, почему нет? Они бьют тоже, только они сбоку бьют. А потом мы на следующей фазе не вывезем. Да, вероятно, лучше своего выиграть. Ну, так же, как на коне, просто они все. Блять, шамана жалко нет. Стоят. Шамана надо бы. Ну тут, в принципе, друид может между этой покидать, как его. Ну, я вижу, я не знаю, какое количество дамага входит. Надо смотреть. Ну, сейчас будем траить, смотреть. Так, что тут, наверное, тоже метка, смотрите. Мать, у него, блядь, 3,5. А там по процентажам или по времени, или как там, блядь, вообще? По проценту. Метка, блядь, на мне, что ли, не так? Я
Коне, ты где там? Конь заблудился. Метка, смотрим на кон. Гавра прохилить? Да сука, хватит, не наёбывать. Чё-то этого дольше бьём. Это у него, потому что 3,5 ляма. Там метка на ком-то, нет? Да, на ком-то метка из РДД, он сейчас всех разъебёт. Не на РДД, а на Шепарде, он почему-то вышел и в меня встал. Ну, всех РДД занимал, а милика-то нет. Негодяй. Потому что он вышел, в меня встал. У меня тоже встал. Тогда это очень странные вещи, если это поражание. Опять на ком-то метка. На мне метка. Господи, нет. Так отойдите. Ну ты, может, ты пойдешь? Я стою, никого не трогаю, вы ко мне подходите, зачем? Вы чё? Да ты стоишь возле миликов. Косты, сядь рога, позбивай волшебную аномалию. Ну, икона помогает. Что, давайте, наверное, всю комнату зачистим. По-любому. Конечно. Бля, да, 640 тысяч у этих ебаных зверей. И 1,5 ляма на обычке. Тащим, тащим сюда. О, нихуя, боишься. Это боишься. Вау. 290 это левел. Чисто бис. Тебя не красит, когда ты так смеешься. Знаю. Она поэтому так и смеется. Правильно думаешь, Локал? Ну, а то. Заебал телепортироваться. Погоди, нажмите, сманете меня, я сейчас Долоран быстро сгоняю. Смотри же, поставь ТП в Долоран, пожалуйста. Но они опасные, они разъебывают, пиздец. А, ну и кстати, да, если мы умираем, то нам придется снова манипуляции проделывать. Какие? Так мы диван можно кидать. Чего мы можем? Диван кидать. А что за манипуляции, врача? Ну, потом, как мы заходили в Каражан. Кидай этот камень душ, но не будем его пользовать, пизду. Вряд ли он что-то исправится, начнет народ умирать, зато резимся здесь. Ну окей. А что за манипуляция? Вы откуда заходили? С бокового входа. А-а-а. Суммонить локал? Да-да-да, суммонить. Да, его босса согрелил, убегаем. А, все, пизда нам. Прости, локал. А вы не убежите. Я в Долоран ушла. Нужно было, чтобы СС светило. Зачем вы согрелили заранее?
Диван, да, кидайте. Как я-то в Долоране. Лекарь, ну, блядь, там стоит... А, ну, диван хилу, он резнет кого-то, они тебя засмотрят. Да, уже пиздец. Будет ты мёртв уже. Ебать, заебись в поле. Набегайте, дверь открыта. Сука, негодяй, по дуван, блядь. Кнопка. Я таунт нажал на самого ближнего. Так там не так. Женя тоже в Долоран убежал. Там агрится, здесь надо прятаться за стенкой. И одно тело агрит. А, это приводит мобов. Угу. Или через ваниш, чтобы совейдился. Блядь, да он агрится, хули. Получается, вы еще и смотались все, да? Ну, то есть все. Они сейчас сбоку не зайдут, а они сейчас им придется сейчас сумонить снизу нас. Прикольно. А кого сумонить надо? Меня, Катю, Женю. Ну тут шкаф стоит, но я встать не могу, блядь. Что мы пешком бежим? Покидаем тело, да? Ну а что еще? Какие еще варианты? Вой, ну, давай, никого там-то нету. Слава, давай присумоним. Кто-нибудь нажмите кнопку, блядь, сюда. Какую там кнопку? Не дают сумонить. А вы где вообще, блядь? На камни, пожалуйста, ну кто-нибудь присумоньте. У нас лока нет, он в Долоране, блядь. Да пиздец, потому что я не знаю, бегаете как эти, блядь. Как нубы. Да пиздец. Короче, он это... У него только по одной это, фазе на каждого робота, да? Да. Он последняя, типа, вот это с рунами. Там вроде рандомно падает. Там первый всегда один и тот же. Ну, первый один и тот же, а эти две рандомно. Да. Да. Там на 33% они всегда меняются. Mm-hmm. Ну, да я уже сейчас сам добегу, спасибо. Локал зачем ты вообще портовался в Долоран? Ну, потому что я забыл фласки, и поэтому решил очень быстро сходить. Я попадал, что-то. В итоге спал жопу Кати и Жени, которые тоже тэпнулись в Долоран. Теперь бегут. Он просто знал, что так и будет, поэтому съебал. Ну, конечно, я заговорил смотрителя. Он бы так и СС кому-то кинулся в футбол. Манипуляторы, залетайте. Еще никто не смотрит. Ебать, тут закрыто, нахуй, что делать? Да достаточно, чтобы один человек туда зашел, мы камень поставим прямо возле щелки. А как он зайдет, блядь? Просочится, блядь. Да сейчас все увидишь, что ты паникуешь. Я паникер. Как в фильме «Мумия», блядь, он через замочную скважину песком просыпался, ебать. Именно. Сервак люк? Нет. Нет. И что это, мы каждый вайп так будем, да? Все, Габр, зашел туда? Да. Ебать, нажимай. Как ты зашел? Не скажу. Давай, Габр, начинай сумонить. Это будет мой маленький секрет. Да тут пол пачки елки стоит. Там сори же тоже. Сука, как пройти туда, ёбаный рот? Да подожди, ты чё, ты на панике? А у тебя какая раса? Нежить. У него везде нежить. Это для орков. А пролазят только девочки бладельфики. В зеленую жижу превращаешься. Блядь, айридарки пролазят? Нет. Ну чё стоим, досумонивайте. Блин, я думал уже нахуй. Меня, Женя, ещё. Меня, Кобу, а где шкаф-то? Кача. Я его не вижу, блядь. Шепарда. Да в щёлке он стоит. Заслонили тут, блядь. Катя осталась. Меня ещё и Кобу. Всё, все тут. Какой тут? Я говорю, меня сумоним, и Кобу тоже. Всё у них там, блядь. Ну, типа, у меня дом показывается зелененький, такие, типа, рядом. А, это ты за дверью, типа, был?
Да. Пошлите, все. Я хотел. Меня сумонуть, алло, прием, меня сумоним или что? Я домой поеду? Все, давайте. Алло. Удачи вам. Все сумоним, сумоним. В ваших начинаниях. Так там, блядь, загораживают, отойди. Все, пошли. О. Самого главного-то забыли. Стоит такой за дверью, блядь, 9 тел убежали. Хули не загораживают, я тыкаю сумонить, блядь, тыкаю в спину орка, блядь. Все, давайте за дверью постоим, подождем, пока подаван с Аглет и приведет, чтобы вот в случае чего не выполнить. Надо, чтобы не подаван Аглет, что он умирать будет, этот человек. Да вы-то туда не забегайте. Пусть один идет агрит. А толку-то сейчас дверь закроется, потом откроется. Да, хуёво. Вот чтобы все не упали. Короче, как делается? Рога, например, пулит, бежит сюда. Сюда подбегает, подаван в то время здесь лужу разливают. Рога прожимает этот ваниш. И все, моба остается, босс. Эй-эй-эй, хилим, ё-моё. Вот, нахер. Даже так получилось. Чё не хилить? Во. Мы потеряли шкаф. Ну, я пока лежу. Это трап. Это все мобы последние? Еще мы есть. Как в фильме это. Черная дыра, блядь. Ридик, Ридик. Джипса поставь. О, смотри, не кислотный. Сейчас пер. Поставлю джипса. У нас первый электрический. На пояс он стоит так. Джипса поставила. А откуда мы знаем, что он электрический? Ну, потому что не написано. R не видишь. Лайт это аркан стоят и остается аркан, да. А, нихуя. Р не это электрический, а аркан какой? Нет. Лайт это электрический. Л, I это электрический, R арканический, О это poison, ядовитый. Да. Ебать. Жень, я саппорт пью, да, лучше? Да, хилы, да, точно саппорт пью. Угу. Тут, в принципе, всем лучше саппорт убить, потому что ДПС не ебать как важен. Я не знаю, про какой-то щит говорил, честно говоря. Ну я вот на нем, на органическом щит вешается. Он вешается там, блядь, на 31 тысячу урона. И наносит 9 тысяч. Ну. И он вешается, по-моему, каждые 10 секунд. И чё? Но нам нужно его как можно быстрее сливать, чтобы не было такого урона. 31 тысяча, ты понимаешь, как он быстро отлетать будет? Ну понятно, ты представь, что каждые 10 секунд по 9 по 10к будет наносить. Понятно, но просто от одной фласки ничего не изменит, так что пьем все саппроты. Ну там копейки меняются, поэтому саппроты да, больше. Есть саппроты какой-то, этот маленький, который... Да, нет, большие нужно пить, у меня есть саппроты. Да у меня просто от алхимии они апаются, они как большие становятся. Ну блин, ну, купи себе рецепт, ё-моё. Это, блядь, 60 этих надо, блядь, в острова да. Ходить. Короче, слушаем, что делать надо. Начинается сейчас бой с боссом, вот этот будет, который сейчас активный. У него особо ничего такого нету, кроме рун. Щит он так и так будет ломаться. То есть мы стоим, вот танкуется босс вот здесь, сейчас покажу. Здесь вот белые метки танкуется. Рейд стоит рассредоточенно. Здесь, вот здесь, сейчас скажу, кто где будет стоять. Я про РДДшника, мильки понятно, что под боссом. В определенный момент босс кидает на поле руны.
Там это такие кругляшки на поле, в них нужно забежать. Это как на собрании кидают руны, которые усиливают урон. Вот, очень похоже. Вот. Если люди не забегут в руны через 5 секунд, он кастанет вспышку, и она ваншотит. Вот. Поэтому руны все должны быть заняты. Если не забежим, вай. Вот. Сейчас распределю людей. Что у нас по РДД? Локул-то, кстати, по расам раскидал. Ты мне помощника дал? Да. У нас по расам-то раскидывать нечего. Ну и все, значит. Получается, ну раскидывай, потом распределю. Че, сколько саппорт стоит там? Да блин, 100 голды, по-моему. У меня только большие, у меня просто нет маленьких. Да ни копейки, еще 100 голд. Что дешево. Вот, что, все расставил? Да, все. Давайте, получается, я и Сарижа стоим в квадрате. И с нами. Бля, ну дохуя получается. С нами и Катя. А Локал и Войд стоят в кресте. Вот. И получается, они будут рандомно раскидываться. Где-то может с одной стороны больше получиться, где-то меньше. Милики, вы смотрите внимательно, куда они упали, и бежите в ближайшие. РДД вам нужно забегать не те, которые под вами появились, а самые дальние. То есть вот где мы сейчас, например, стоим, руна появится. В нее, естественно, бегу я или Сарижа. А ближние оставляем для миликов. Давайте в сторону квадрата бегают у нас Коба Коны. В сторону креста у нас бегает Шепард, Гавр. И что осталось? Подаван. Давай, ты тоже в сторону креста бегаешь. Ну, там по ситуации смотрим. Может, там заспамится две руны, а здесь 5. Поэтому, милики, смотрите. Если там, например, две руны, там уже и так 2 РДД стоит, вам не нужно бежать. То есть, а и... это... Как ты сделал, чтобы на тебе рейдарский баф еще висел? Не знаю. На хвате. Это палево, вы ничего не видели. Вот, и что там? Убиваем его, получается, до 33%. Когда сносим 33%, остается 66%, он переключается, когда становится неактивным, включается другой. Вот. У этого босса, который я объяснил, только руны самое главное. Все остальное хилить, должен хилы стоять. Вот, дальше один рандомный... Женя, можно вопрос? Вопрос реально. Да. А если вот, допустим, здесь опять, да, рун, там 2, и... Все руны заняты, но одна, типа, в нее никто не встал. Допустим, я там с Войдом встал в одну, да? Допустим. Ну, типа, что? Это нормально, типа? Нет, можно все так? Все руны должны быть заняты. Типа, все. Вдвоем в одну? Если все заняты, и вы вдвоем в одну встали? Не-не-не. Вот, допустим, одна свободна, да, и нет. Я с Войдом встал. Надо все закрыть. Все закрыть, все, я понял. Лучше не ждите, когда кто-то там побежит куда-то. Бегите сами, лучше 2 человека встанет в одну руну, чем нисколько. Естественно, те, у кого есть телепорты и так далее, вы пытаетесь дальнюю, там, ну, у нас РДД вот это бегает дальние. А милики уже ножками топаете в ближние руны. Не тупим, разбегаемся. Вот. Поэтому РДДшники забирают основное количество, а милики уже бегут туда, где больше рун. И все. Вот, короче, убили эту фазу. Выходит либо яд, либо молния. Яд простой. Яд мы становимся... Давайте еще одну метку ебу. Мы становимся в луну, все РДД, хилы, милики, вообще все становятся в луну. А босс начинает вот здесь вот по вот этим меткам, квадрату, черепу и кресту водить вокруг нас. Но непрерывно водить не стоит, то есть ты ждешь, лужа выпала, перевел, лужа выпала, перевел. Лужа, если что, она типа не такая, как на деве, она не четко ее видно, она, блин, такая, как этот газовый дым какой. То есть ее нужно видеть. Насрал, он перебежал, и все, и ты так бегаешь всю фазу, а мы тупо бьем, а хилы просто прохиливают. И вот без шамана мы сейчас так охуеем, потому что пизда. Вот. Потому что здесь будет яд лететь, его нужно будет диспелить. И милики, тогда у нас Коба подиспелит, постоит. Поможет. Я тоже могу подиспелить. Ну, тебе хилить надо в этот момент. Ну, слышишь, ты круг обрисовал маловатый, круг нужно побольше, чтобы... Раз, два, три, вот от трех колонн бегать. Я видел, как там бегал, так что расслабься. Ну, я понял примерно, как водить. Да, я знаю, как это все делается. Ну, все. И убивается вот этот босс. Просто все, кто может, милики, стоите там, себя хилите, сейвите, все прожимаете. И вам не нужно стоять под босс, потому что лужи такие уебанские, что не появляются, вас по-любому домогнут, и вы 100% умрете. Поэтому лучше стоять и не умирать.
мы его задамажим, убиваем. Выходит молния, когда мы босса довели до 33%, выходит, ну, какой-то из них двух, который остался. Сейчас, допустим, молния вышла. Босс тоже простой, молния. У него особенность такая, что появляются вспышки, как на обычном смотрителе. Эти вспышки нужно заливать. У них где-то по 200 тысяч. Тот, кто последний удар наносит смертельные вспышки, ему падает в инвентарь молот специальный. И босс, у вас получается, типа, иконка появляется этого кидания молот. Типа, специальная способность посреди экрана у вас появляется, чтобы все видели. Вот. И босс начинает определенный каст, называется аннигиляция, кастовать. Если он его закончит, мы все умрем. Поэтому он сбивает только этим молотом. Кому бы он ни упал, вы должны сбить каст, когда вам скажут, а не просто кинуть в босса, когда он даже ничего не делает. У меня есть макрос, сейчас я вам скину в Дискорде, который типа выбирает чела и кидает молот, независимо от того, куда вы смотрите. Сейчас я, блядь, найду еще. Вот он. Потому что у меня бывало такое, что пропадала эта иконка, и я не мог кинуть. Поэтому сделали макрос. Вот, хуйня. Забейте себе пока что. Блять, я разбил нахуй. А сколько длится каст? Каст? Да там секунды, наверное, 4. То есть времени много. Но, блять, макрос этот я еще на X3 юзал. Так что смотрите, не нажмется, жмакайте сами. Вот, сейчас проверим. И все. Самое главное, он заливает сферы и избивает эту хуйню. Потом, ну, еще тоже важно, будет кидаться на кого-то проводник молнии, ну, там, типа, метка. Вы должны отбежать от всей пачки. Давайте я поставлю метку, куда люди должны отбегать. Люди должны отбегать вот сюда, в трусы. То есть на вас кинулся дебаф, вы отбежали в трусы. Не ждете, когда от вас другие отбегут, а сами отбегаете. Ну, если стоите с этой стороны, да, перебегаете куда-то. В общем, подальше от всех, ну, чтобы хилы прохиливали. Иначе всех повайпаете. Босс такой, типа, от хилов тоже, опять же, сильно зависит. Нет, да-да. Сферки будут появляться на электрическом ПКД. То есть мы убили сферку, появилось снова. Убили сферку, появилось снова. Мы постоянно бьем сферки. Тот человек, у которого есть молот, он уже не продолжает бить сферку. Он бьет босса уже, чтобы не полутать второй. Потому что второй он вам не закинется, мы просто всрем. Ну и стараемся, когда босс уже, ой, этот сверка умирает, массовый не юзать, у кого есть этот молот, там, Коба, там, Бурю не юзать или еще что-то подобное. И все. Больше ничего такого особенного. Че, давайте. Блять, у меня масла, наверное, нету. А есть локал у тебя масло? Да, есть. А я сейчас сделаю. Че тебе с Рижи напомнить? То есть табак? На Аркане этот. А я сейчас, ладно, уже сделаю. Херсти. Смотри, ты на Аркане, вот первый босс у нас будет арканический. Тебе нужно будет просто закрывать сферы, которые попадаются на полу. Увидишь такие руны, они небольшие, синие, светящиеся, маленькие. Да, закрываешь дальние, старайся дальние закрывать. То есть ты в одну встал, все, стоишь. И ждешь, пока она взорвется, то есть пока она исчезнет. Да, ты в синие метки стоишь, у тебя просто телепорт есть, тебе легче забежать туда. Все, забежал и стоишь, ждешь, когда босс кастанет свою хуйню. Когда он ее кастанет, урон разлетится, если все руны заняты, то мы урон не получим. Все, типа, ок будет. Вот, ничего сложного. Что, блядь, я нахуй смотрю? Ну, вроде все. Все, намазываю. Да, сейчас намазываю масло. У всех фласки есть БКшные, точно? На, в смысле, имею в виду сапроты. Пьем сапроты, если нету, скажите, у меня есть. Где ты? Вот, настой выпей. Гавар, тебе настой нужен? Нет, мне нужен сапрот. Ну, настой и сопротивление. Ну да. Он 100 голды стоит. Давай 2, значит. Ну давай. О, Сарижа, отдай столик. Войд, у тебя есть сопрот? Да, я выпил. Ну, он выпил уже. Ну все, отлично. Давайте, берите еду сразу, Сарижа, и будем трайни. Так, я на Катю СС вешаю. Не забываем про руны. Все. Даю отсчет и погнали. 5, 4, 3, 2, 1. Бегите с метки, наверное.
Руны через 5 секунд. Угу. Готовимся к рунам. Сейчас руны будут. Побежали уже, побежали. У нас тут одна. Маг, беги в любую другую. Все. А что не заняли какую? Все заняли. А что ДПС? Только ладно, можешь ГР кинуть? Угу, сейчас подойду. Его убило, вот этим кругом как раз и убило. Бернул. Давай, хит его сразу поднимать. Руну сейчас будет, пытаемся. А руны перебежали. Возле красной, дальняя, быстрее. Да, не успел. Не блять, успел. Много в одну сторону кидает рун, сука. На Кате СС есть. Катя, вставай. Да, я знаю. Только отбегай быстрее. Локал там далеко, да? Надо локал, чтобы там стоял ближе к воротам, блять, чтобы резать. Ты подойди, меня резь. Пока давай босса нету, быстрее резь. Когда босс начинает кастовать руны, мы уже бежим куда-то в сторону. Допустим, ну не всей толпой, а как я говорил. Ну давай я просто заанонсирую именно. У меня показывает прям с первого. А это стоит там, блядь, 2 секунды. За 2 секунды может добежать очень далеко. Можете вставать, мы присумоним вас. Нет. Потому что я не рез на остальных. Нет. А локал где? Я рез. Да меня резали уже. Я все стоит. А, ну все. Да у нас резца еще 3 уровня гильдии надо поднять, царижа. Короче, это самое. Ты давал на первые руны этот, как он, блядь? Незыбку. Не, там мне никто не говорил давать. Но... Не на руны нужна незыбка. Незыбку лучше прожимать на тот момент, когда мы щит ему ломаем, потому что он тогда наносит урон по рейду. Я вообще точнее не заметил. Он либо очень быстро отлетал, либо что. А когда он тебе нажмет? Он же тоже не может знать, когда он кинет щит. Он наоборот работает, когда щит полностью поглощает весь урон, он взрывается. Да, но он поглощает 31 тысячу. Но мы щит пробиваем, и он в этот момент взрывается. Я и говорю, он пробивается за секунду, там, я не знаю. Ты не успеваешь отследить это. Нет, ты в принципе можешь отследить, потому что на нем висит дебаф. Я не успел прочитать, это дебаф, либо... А КД до следующего щита, либо это дебаф уже именно в щите. Подожди. А каждые сколько секунд или минуту, сколько он там каждый раз это делает? Раз в 10 секунд, по-моему. А смысл мне кидать на одну незыбку? Нет, на один... надо кидать незыбку. Только потыкни. А смысл, если следующий щит... Чтобы хотя бы хоть что-то засейвил, потому что урон там прилетает хороший. Ты просто упростишь работу хилана. Ты понимаешь, каждые 10 секунд. Хорошо, я первую отдаю, а потом что вы будете делать? Вы сдохнете так же. Да ты пойми, что хилы и без тебя прохилят, но ты им просто поможешь. По такой логике, как ты говоришь, вообще нужно в исключительных случаях только незыбку тыкать, а не пока. Не, я-то нажму, мне не сложно, только скажите. Шепард, выпей саппорт. У тебя ломало конкретно. Нажимай по КД, типа, не проблема. А, ну, Шепард, возьми, да, саппорт лучше, а не настой. Да на нем настой силы читану. Ну вы чё, ну поставил кучу бабок. Я же знаю. Надо под эти отдавать, под руны, а не под конвертер. Потому что руны 9 тысяч, а вспышка 15 тысяч. Ну вообще должны хуйню задамажить. Кушайте, рыбка. Хилам виднее, я не знаю, как хилы думают, когда они там. Ну, на рунах больше просадка. 9 тысяч вот эти вообще незаметно. Ну да, кстати. Ну хорошо, если хилы... А, сейчас еще разок посмотрим. Значит, под аван прожимаю под руны. У меня СС-то сейчас нету. Ну, что делать? Побежи. Коба, диван кинешь, если что, на крайний случай. Какой Коба? А, ну да, Коба. Либо Коба, либо Войд, кто успеет. Только главное на хила, ну точнее на кого-то резать, кто может резать. Стоба? Да. Набукивайте панды. Как приятно с Гавром играть. Почему? Кричишь. На хп. Кричишь, зачем ты на него кричишь? Все, даю отчет.
Можете, пока он бежит, по нему дамажить, потом метки свои встать. Ухаем. Так, вы, а чего вы столпились в одной метке-то? Вы чуть-чуть разойдитесь, что ли? Хоть ты наоборот ближе к центру. Ну, щит вообще... Сейчас руны. Готовимся. Побежали. Я дальнюю закрою, дальнюю закрою. Беги, да. А, поздно уже. Прохилить. Вот под вот эту хуйню, да, не запихнуть. Все, тыкнул, да? Да-да-да-да-да. А, то есть, когда он летит в урон, там хороший, да, смотрел урон. Да. Руны. Готовимся к рунам. Прожимаете свои способности защитные, когда он плюнет. Нихуя себе. А что тебя оторвало? Давай, о, вот диван, давай диван. Диван, диван Кате, дайте. Все, есть диван. Отлично. Тут не прохил был. Ну, я выжил. А, то есть он авойдится? Нормально. Чуть ну, май у вас срез. Не думаю зареза. Ну тогда просто резь. Я у входа, меня он не появится еще секунд 15. Да, мы резко. Ну, все равно шкаф тут стоит еще. Че? Ну, хилы потеть, что могу сказать. Отдавайте свои сейвы на вот эти вот руны. Первый раз вам ДК нажмет, а дальше сами тыкайте. Короче, ну надо и тут и щитками помогать, и чтоб Коба, блядь, вспышкой помогал по броку. Ну либо третьего хила, я хуй знает. Да, с третьим хилом мы не пройдем. Тут есть только Женя, возможный момент. Ну только да, если ДЦ щитами закроет. Да, ну эти волониры, фу. Ну сейчас умер танк, поэтому я не знаю, о каких вы щитах говорите. Как только начнут ваншотиться люди, я скажу да. Ну вот, да, нет, сейчас пока еще пробую. Не, я предлагаю просто этот... если... Не, Коба Джипс еще в КД 40 минут. Может просто на танку не заходить в руны? Да ему не надо заходить в руны, потому что руны, я посмотрел, их 6-7 штук. То ну есть, да, закрывают. Не бегай. Пусть только стоит в руне, ну, которая вот под боссом. Под боссом, которая спавнится, не? Она не всегда. Не надо, пусть лучше не стоит. Я не стою в руне, да? Ну да. Все, не вставай, потому что тебя дамажит. Хорошо. Не, просто меня руна надамажил и смотритель мне дал. Ты идем, Трай? Рыбку поставь, Жень. Идем. И пристабаха. У меня 57 минут рыбка, ебать. Это тоже есть рыбка. А у нас еще нету этой... От природы нихуя нету. Да. Ну там сейчас не природа, там же аркан. А, да, ну да. Ты от двух смотрителей не закроешь, ты можешь только от последнего, от Пойзена. Один электрический, один арканический. Молния-то это природа. Разве она природа считается? Да. Я хуй знает, помогайте тебе как можете, потому что, ну, это хуй знает. Ну да, вы свои прожимочки тыкайте, щиты носите, все что угодно, когда в руне стоите, не тупим. Так, давайте, отчет кидаю, поехали. 5, 4, 3. Ебать, ты сагрил прям по таймингу. Руны через 2 секунды. Кастует. Давай, не зажигай. У меня все занято, сука. Хорош, вообще низок много зацелил. Шепард, поближе. Руны, готовимся. Я дальнюю закрою. Я закрыл. Прожались. Что, не укончу, нету?
А у него перифаза на 70%, по-моему? Нет, на 66%. Рун еще сейчас. Еще даже не одни, а две. Готовимся к руну. Все, мой, блядь. Далее, встань, Катя! Катя! Блядь! Коба, заэвейди. Да я стою, хилю. Че, и встать некому, да, сейчас? Да, подаван не резнет. Ебать, ну пиздец. Подаван даже не добежал. Они прям под нами руны были, я не знаю, даже двигаться особо не надо было. Так, чуть-чуть лево, стрейфнуться. Короче, мы сдохли, сейчас руны не закрыли кто-то, да? Да. Одну руну не закрыли, да. А так нормально меня, нормально держать? Да, в принципе. А что ты одел там? Ничего, просто начал трени прожимать. Ну ты ищи, ты антимагический, все, давай. Че там пидорасит, нормально. Ну вроде прохиливается нормально. Не знаю, кто там помогал. А я тринку нажал и это, кровь вампира и все. Похилу с Женей щитками вроде помогал, если не ошибаюсь. Да не, я только всякий, да. Нахрен. Ну хотя бы в себя. В мага еще можешь. Я и в тучке 0 урона получил, когда юзал. Я на вторую отдал этот. Сакру, блядь, а на третью я отдал 50 на 50, но там, блядь, вайб был. Ну шо, кто там? У кого охуенные компудахтеры? Гавр. Два человечка, давайте туда. Ну, теперь есть обязательные люди в рейде, это я и Гавр. И Сари же еще с подаваном. Реже попробуй блинкануться. Ебать, опять эта дверь, нахуй. Сколько я ее буду смотреть уже, блин? Долго. Батька. А в чем проблема? Почему нельзя сделать, чтобы она открытая была? Ей, по-моему, ключ какой-то нужен, если не ошибаюсь. А снизу что там, трэш или что там, я не понимаю? Ну мы там просто долго будем чистить. А, там мороз. Ну, мороз жив, но в смысле, трэш по-любому будем чистить. Блядь, так там за изи, сука. Там за там изи. А чё там сдохли? До полчаса. А чё все сдохли-то, блядь? Да никто не сдох, они просто вышли. А чё за... Ты сегодня как не выспался или чё, тебя напугало, что ли, чё? Я не понимаю, что за хуйня. Паникёр сегодня какой-то. Нажимайте. Ну, на шкаф нажимаете, ё-мо. Нажали. У вас нет цели, пишет. Тихо. Жмяку. Роги взломать не могут, да? Нет. Катя, отойди, пожалуйста. Ну. Нихуя, а чё у тебя-то на панде такое на спине висит, блядь? Посох. Посох, а на плечах вот это чё за хуйня? Это ядовитая, блядь. Ну, просто испарение с плечей. Это такие плечи должны быть, типа? Да. Нихуя, это трансмут такой, нихуя себе. Нет, это Т4. Ебать. Войт потерялся. Жестко. Кого смонит? Кто там еще остался? Женя и Шепард? Это я уже, блядь, наверху. А, ну Шепард там где? Подаван ждет, пока мы придем, поднимем его. Буду я обратно портоваться. Так, что, все, всех суманули? Ну, вроде всех, нет. Шепард, бля, пидор сагрился. Да, ну, че ж ты его, бля, а танка тут рядом нет. А нахуй танк, давай. Встаньте его на. Сил есть, да и сил убить. Давай, нарисуйте, держитесь.
Гавард танкует. Подмога идет. Погнали, ёпта. Заебали, блядь, без... ничего без меня не могут. Да, мы без тебя справляемся, сиди там, кури бамбу. Дай мне что-нибудь похилить. 2500 хп. Иди танкуй с таким хп. Ну что я могу, я сделал все, что мог. Даже не подошел, что ли? Ты бы протелепортировался вниз. Ты что, блядь, сиганул, что ли? Ну пошел, пошел, наверное, запулил. Что, в пизду не хочу я спускаться уже. Ну мы тут сейчас эпик выебим, ебать. Бля, уже бы зал-то чистили. Я и говорю, нахуй вы так ходите, блядь. Да так и вы задеваете же мобов, блядь. Короче, еще вайп, короче, и пошли чистить трэш, нахуй, пизду. Да ну нахуй, мы сейчас поправим, блядь. Мы долго тут слишком сидим, хуйней как-то занимаемся. Ну да. Бля, давайте на следующий КД, блядь, это самое, трэш почистим. У нас, блядь, вот я серьезно говорю, 40 минут еще и расходимся. Это что, это хуйня какая-то, мы ни к чему не приходим, только тупим. Ну да. Бегаем долго. Ну вот, видишь, сейчас с рунами, потому что затупили. Ну да, ну что я могу сделать, бывает. Будем так тупить, смысла нет сидеть хоть 3, хоть 5 часов. Народ только начнет уставать и еще больше тупить. Так бы я не хотел отсюда посох. Ты? Я. У тебя ботиночки есть. Да, и посох. Все это, хотят посох. Ну я, если что. Я идол хочу. Мейн ретрик, если что. Сейчас, блядь, шеем выбьем. Да, у меня всегда есть легион, если что. Легион? Который ни хрена не работает. А, другой сервак, что ли? Да. Нахуй он нужен. Там на ретрика ничего и нету, там стал босс. Значит, на хэпала же. Нихуя там. А на хэпала все ролят. Так хэпал-то я один. А на хэпала у тебя офф. Ну да, все ролят, ебать. У нас еще Коба есть, он тоже холи паладина соберет когда-нибудь. Да не, нихуя. Коба и Холи Паладин, я же слышу. Там выкопала, кстати, ничего нету. Там две шмотки для латника, блядь. Агильное кольцо и танк шмот... Две шмотки для латника, агильное кольцо. На меня только плечо может упасть. Значит, ОД нахуй лутанул, блядь. Посох. Бля, такой страшный посох, пиздец, уебанский. За танк сможешь его? А тут все уебанское. А, погнали, блядь, травить, заебали рыбу, рыбку. Ставьте нахуй. Есть мечи красивые, посох этот уебанский. Коны убери и путь, пожалуйста. Тут у нас пока фласки висят, мы травим, потом расходимся. Потом еще одну пьем, блядь. Пока у меня фласка не пропадет. Я две купил. Даже вы тут на полтора часа еще жить. Давайте, подходите, ебаный. Подождите, дайте я СС повешу. СС? Все, ты готов. Где там отчет, ебаный? Да сразу по домашнему попал. Только не пулите раньше времени. Да, то я прикол-то все равно не пью, мне плохо. А я-то пью. Мне под определенной фазой нужно пить. С руны уже был. Руны. А, не зыбка. Внизу куда сдавай. Вообще пушка. Ох, ебать. В смысле, а чё руны остались? А вот. Все нормально. Уже перестал, что я выбежал раньше времени. Чё у меня? Здесь руны? Руны. Побежали. Закройте его за креста. Я закрою дальнюю, закрою. Да без разницы, быстрее. Прожмитесь, прожмитесь. Пушка.
Руны. Руны готовимся. Закрою эту. Закройте в центре, на луне, быстрее. Катя, Катя, ты еще умрешь, хилься. Ты хилишь? Смотрите, я сдал гимн, так что дальше без него. Потеем, чуть-чуть осталось от перевода. Еще одни руны, наверное, будут. Руны. Руны вот эти удержим. Ой, ебать, все там. Сам, быстрее, 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 возле... Все, мы просрали. Ну, вы же видите, что это самая дальняя руна, и вы РДДшер, ну вот, стали в нее... В нее вой должен был бежать, но он встал ближе. Да, я согласен. У нас бы успел кто там... Бать, можешь падать, я встану сейчас. Я бы сказал, это будут самые дальние руны. Короче, хилы должны по центру стоять, чтобы всех доставать. Если я буду всегда вот в дальнюю туда... Убирать, Катя, это с нашей стороны. Ну, стой, окей, стой тогда там, я тогда буду в самую дальнюю. Встал нахуй, зачем, не знаю. О, там у вас у квадрата, вот смотри, квадрат с Кать, боссом меня рядом. Быстрее. Бегу. РДДшника одному сюда дальний. Переставьте. Или приставили мага. Ну мы не можем, тогда у нас останется мало людей. У вас там, блядь, миликов хуева гора. Так у вас столько же миликов. Но они, милики бегают туда, куда придется, а не в нашу сторону. Сейчас, короче, тут 4 руны просто было, блядь. Ну, понятно, что бывают такие ситуации. Просто может такая ситуация произойти, что с нашей стороны 4 руны будет. Этого я не могу угадать. Все, просто я объясняю. РДД, ну локал-то, беги в самую дальнюю всегда. Ну все, я буду в самую дальнюю, потому что я рассчитывал на Войда. Понятно, что Войду прохиливает, надо чуть поближе стоять. Нет, Мороза не убивали. Смоните меня? Да, сейчас. Конно, встань, я не достаю до тебя. Там, в принципе, вот чуть-чуть остается нам пережить, и мы переводим. Это еще не это Сарижа. Сарижа, встань, пожалуйста, я не смогу достать резнуть. Сарижа, покидай тело, резать им сейчас смотрим. А я вышел. Да иди ты. Говоришь, падай, он бежит. Жить хочу. Давай тогда, наверное, маг, стой посредине между метками, где-то в луне, и беги туда, где больше. У тебя телепорт есть, в отличие от меня. И ботинки, по-моему. Хорошо, Сарижа, услышал? Угу. Кто там? Войд, тебя ждем. Да, бля, он резнулся, не сказал. Нажмите. Что-то у меня с ДПСом какие-то проблемы, блядь. Нихуя не дамажит. Ну только потому, что... Босс новый, тактика не отработана. Не, я просто стяжу щитки и раскидываю, сейвы прожимаю, я же сейвак бить не могу. И всякую хуйню занимаю, чтобы не сдохнуть, как тряпка вонючая. Так, ну все, бухаем панды и поехали. Бать, сука. Погнали. Алкаш, сука. Ладно, бахну припот, ладно. Припота, все, ДПС вырос. Скоро руны будут. Руны. Дальнюю закрываю. Дело. Молодец. Прожми. А, прожимал его? А, да, она висит. Прожалась. Прям. Вот, я в тебя верю. А что? А, ты одна осталась? Ебать. На свой прожал... кто-то хилит. Я прожала дубовую кожу, но меня... А что, давайте... Давай, давай, выйдем. Конечно.
Ну, потому что Катя не прохилилась, я видел, что у тебя мало. Нет, диван кому-то? Я подхилила. Да, да, дай диван Коби, дай, например, там, не знаю. Мост? А нахуй? Женя успела. Ну, вон, Женя сейчас порезает. Этот, знаешь, из-за чего, сейчас я скажу. Да пусть просто скинут формат типа, стрелы, выбирает себе цель стрел. И у Катя была половинчатая, когда... Меня она... смотритель бил, не руна. Да, какой смотритель? Я тебе говорю, он стреляет стрелами магическими в любую цель непроизвольную, неважно, там, кто его танкует. Вот он стрелял в тебя, и ты забежала на руну половинчатая и не прохилила себя. То, что ты нажала сейф, это хорошо, но там у тебя была половина хп. А ты в руну саму забежала? Да, да. Я пожала еще дубовую кожу. Женя руна убила, мы же выжили все, только одна умерла. Да, мне, блядь, просто выстрела. Там еще самое главное, если кто-то в руну забежал, рядом с ним в руне тоже не стоять. Дамаг получит. Нашла. Ну вот, волшебный уничтожитель у тебя стрельнул. Это вот этот стрел он стреляет. Угу. Двум случайно выбранным противником, видишь, пишет. Ну вот он в нее две дал, да, на 18к. Две по десять. В 0,3 миллисекунды. Ну, я бы даже прохилиться не успела. С моими 19 тысяч. Успела бы. Так, там и лужа еще была, 6 тысяч. Сейчас будем спорить еще. Смотрите, Шепарда. Он здесь. Катя, вставай. Ржан. Иди рыбу быстрее ешь. Так у тебя 21 тысяча. Под бафами. Ну а ты стоишь под бафами. Ты что мне здесь въезжаешь? Пушка. Прохилилась бы ты все. Если была бы фул хп. Сказали, закрыли тему, что ты начинаешь? Бля, сейчас семью что-то разум. Разгини, еби мне, пожалуйста. Это, слышите, есть у кого-то арктический мех где-то? Нету. Где у тебя, Катя, хп, пиздец? Почти 25 тысяч. Ни у кого-то в ГБ арктического меха нету? Нет. Блин. Зачем тебе? Чарка на 105 резиста. Ну а там же определенная школа, определенная. Ну да, аркан. Попадаем по пятку. Тоже будут другие боссы, они не менее, ну, не менее простые дальше. Так что в пизду. Вот так, шо, рыба была, все было. Давайте даю отчет и поперли. 5 секунд, рун. Руны. Сейчас не забудь. Дальнюю закрою. Еще одну вот возле меня. Давай, нажал? Да, да, да. Только сам. Не забывай, ты можешь побухать забыл. Сейчас мы эти руны даем все, что у нас есть наши. Защитки. Смотри же на те щитки. Руны. Дальнюю закрою на кресте. Закрывайте вот там. Блять, Габр умер. БР есть. Дай. Прохилься. Ща. Давай, я даю им. Тебе. 5 секунд, Арун. Руны. Даем все прожимочки себе. Не забываю. Иди, бывает. Старижу поднимаю пух. Руны 5 секунд. Отдаваемся к руну. Бежали. Бегу. Не успеваю. А, все заняли. Ебать, ты хуйня-то падает, 6 штук все. Прожимаетесь на защиту на следующих рунах, на последний момент. Наверное, еще одни будут. Сейчас, если успеем, то переведем. Давай попробуем.
Не успеем. Сейчас руны. Руны забегаем. Рун. Так, вот появился. Забирай, 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 забирай быстрее. Это на котором нужно бить сферы. Так что смотрим внимательно. И метки выбегаем в луну, в трусы. РДД, в луну зайдите. Катя. Убегаем. Катя, выйди. Сфера. Сферу дамажим, поставил метку. Быстрее, быстрее в нее все. Ой, отлично. Сейчас смотрите, у кого молоток. Коба, у тебя. Нажимай, нажимай молоток. Коба, бля, ну шо? Я не, ну не среагировал, блядь, я впервые здесь. Ой, нахуй встал. Было у кого-то что-то стоит? Нет. Ни у кого, ничего, СС на КД. Ваншотнул всех. Мы просто руну поздно заметили, ой, сферу поздно заметили, и когда уже ее добили, там уже половина столба был закастовал. Починиться надо. У тебя КД прошло на GFC? 17 минут. Кнопка у тебя посреди экрана появилась? Я ее заметил под конец каста только. Ну, сейчас будешь знать, как выглядит. Но я говорю, что вот я этот юзаю, блядь, макрос, который скинул. Очень помогает. Что даже если я смотрю в эту в сферу, я тыкаю на макрос, он кинет его в смотрителя. Че, опять тебе жопу? Да. Конечно. Это, а типа, мне не надо бить сфера? Тебе зачем? Тебе вообще тебе... нихуя не надо бить. Ну, ты просто держишь. Ты бьешь руну, так что тоже внимательно смотри. Есть шанс, что ты массу какую-нибудь заденешь. Лужи там или что-то. А, туда. Не, я макрос уже вынес на панель, я готов к этому. Там кнопка появляется. Лоса держи. Нахуя? Кнопка появляется, иногда интерфейс багается, и ты ее нажать. У меня, блядь, весь интерфейс переделанный. Нахуй мне это надо? Я лучше макрос на панель вытащу. А то забагается что-нибудь, и все, и пиздец, нахуй, вайп из меня, я не хочу это. Я просто не понял, что молоток на мне. Да нормально, нормально все. Да нормально, нормально. Ну-ка, как там баф называется, когда на нем молоток? Как он называется? Я не помню. Он никак не называется, просто у него в инвентаре появляется молоток. Нет, в сумке его нет. Он уже исчез. Ну что, умер. Блять, по-моему, баф там был какой-то. Нестабильная энергия, что ли? Нет, я в сумке, когда еще живой был, я его искал, но молотка там не было. Там что? Должна быть кнопка посреди экрана, должна появляться, чтобы ее просто тыкнуть и все. Не надо искать в инвентаре ничего. Ты попробуй это. Ну, не помнишь, появлялась кнопка или нет? Она просто нажимайте. Посреди экрана. Да она же появлялась, просто он не понял, Гон, где. Давай, сумонь. Никогда. Она прям посередине экрана будет. Да, все поняли. Еще с пятого раза помню. Она будет прям посередине экрана. Все запомнили? Блять, ну вы еще 57 раз об этом скажите. Заметил около, это не я сказал. Не, ну видишь, он думал, что надо в сумке искать. Оказывается, надо просто... Посередине экрана. Да заткнись. Как тыкать надо. Еще раз, я увидел эту кнопку под конец каста только. Посередине экрана, да. А, ну все, но тебе обязательно, если ты тыкаешь вот на вот эту кнопку, которая посредине экрана, то тебе обязательно в цели иметь именно босса. А если ты сможешь какую-то другую сторону, она не нажмется, поэтому макрос сделан. Запомните, кнопка посередине экрана. Ну-ка, давай, я тебя сейчас улыбки. А где этот? А, ну в принципе хилу-то это не надо нажимать, он же не бьет, да? Не, мы не бьем, мы нам пофиг с тобой. Я, блядь, сижу, дрочусь. Зачем ты дрочишь? А что там за макрос? Слэш С, там, блядь, и ник босса, нахуй. И что там еще, блядь? Ну и потом слэш каст и название этого спелла. А название-то какое, блядь? Ну в дискорде скинули, посмотри. Ща. А, ну вот, нестабильная энергия. Меня его и да засумоньте еще. Так а на челике, когда эта хуйня есть, должен баф быть, нет? Как он называется? Подзарядка, наверное, так и называется? Или... Не знаю, мне ДБМ как-то заанонсил сейчас. Да, я по ДБМу сказал. Нет, где-то он должен... А, ну я релокнул. А, ну вот, нестабильная энергия, так она и называется, блядь. Да, конечно, так и называется. Ну все, блядь, заебись. Сейчас я его тоже выйду и убью, блядь. Все, пошли. Я сумму нули. Всех, да, если что, я тут там наверху смотрю. А на скольких процентах он это перевелся? 66.
Но он там руны если кинул, то все равно они уже не задамажат руны, потому что это же он стреляет, а он становится неактивным. Поэтому похуй было. А у него, мы его перевели в ровный момент каста рун. А если даже он кинет руны, ничего не будет. Ну вот это хрен его знает, как они сделали. Ну, потому что он кастует урон и стреляет в руны. Если в рунах кого-то нет, тогда все получают урон. А он нет, стреляет, он смотри, он кастует и ставит руны. Если они не сделали правильно, то руны могут дамажить. Знаете, у нас 24 минуты. Целый час и 24 минуты. Да, хуёво, когда вот так вот телепортов никаких не приедет. Да тут и так все пешком успевает, никаких проблем. Рун всего 6 штук, 6 это пиздец как. 3 туда, 3 туда. Миликов дохуя, мне кажется. Да нормально. Я похую на этих миликов. Все успевается. Вот сейчас там был трай, где все руны упали в одну сторону, и вы спокойно их закрыли без проблем. Да, руны просто стоят. Что у нас по ДПС вообще? Посмотреть хоть. Ну, такое, норм. Потому что бегаем, еще ДПС снижается. Подходим, да поехали. Так, что где там, блядь? Счет на пол. Подожди, стой, а что воет там? Стой, 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 стой. Да, поехали. Что воет? Ну пиздец, мы припоты не выпили. А чё я не понял, чё произошло? Да он, и у меня показывает по карте, что он далеко ещё. Да я ману пил. Я поэтому и спросил, чё будет. Он не успевал, он бы сам сказал. Лучше бы мы с припотой, но начатые уже были. А чё убьём его? Руна через 2 секунды. Отстует. Не забудь. Дальнюю закрою здесь. Вы из рун раньше времени не выбегаете, вы, чтобы понять, что руна закрылась, вы увидите такой, как будто полусферу арканическую, да, от сферы, ой, от руны. Сейчас нужно будет поражаться под этот хуй у нас, сорижу щит. Бля, ты далеко, лок. Все нормально. Сорижу щит. Я займу, да, займу. Закрываю, возле меня, возле меня. Все. Рожмитесь. Кона сейчас умрет. Гавар. Воет. Сорижа. Сорижа. Он был все равно, он не прохил. БР могу дать. Давай. А, давай. У меня ДБМ сломался, не. План. Бьем что? Сейчас руны. Возле меня еще одна, возле колонны. Ох, блядь. А, дайте сразу диван на кого-нибудь из вас двоих. Вы? Коба, дай на кого-нибудь. Он в диване. А, ну все тут. Снимай рез. Сарижа, а чё ты глыбу не тыкаешь? Рез не коба, пока боя нету. Давай на второй раз глыбу. Тоже кого-то рез. А ты уверен, что глыба в руне считается? Ну вот и узнаем. Да считается, блядь. Он же там физически находится. Геолокацию так считывает. Хрен его знает. Ну, не считается, узнаем раз навсегда, что. А, короче, так как я иногда бывает не до всех достаю, я встану между луной и квадратиком, хорошо? Да. Так ты и должна была там стоять. Не, мне она... сказал Женя в квадратик встать. Всё. Вставай в квадратик. Как тебе удобно, так и вставай. Всё. Две рыбки. Могу третью въебать. Поставить? Не, не надо.
Все, подходим. Стойте, стойте, бля, нихуя, пол маны нету. Поешь? Я пью, сижу. Так а ты в аркане без него, что ли? Ну, не, вон-то на фаер ставит. Ну да, поставь такой. Ставь, конечно, блядь. По-любому. Блять, не арктических мех надо, я заебался, блядь, дамага сколько получает. Сейчас, сука, вайпнемся, буду посылать себе почту. Все, я даю время на отчет. Локал, че по СС-ке? Откат еще? Нет, сейчас я на тебя кину. Кинул СС по тебе. Угу. Этого рода бурстанул. С руны полетят. Подстоят руны. Дальнюю закрою. Кать. Возле меня тут. Все, все, Кать, стой хит. Вижу. Все. БР дала. Давай. Вставай, Сарижа. Вставай быстрее, гинка стоит для тебя. Сарижа, блядь. Что не так? Блять, отлично. Руны. Дальнюю закрывай возле меня на кресте. Самим дальний. Сейчас самим нужно будет держаться. Минус двое. Войдите? Давайте минус пауза. Трое. Давай ты диван. Мисклик, что значит мисклик? Не попал в этот? Он, скорее всего, нажал, отменил, короче. Ну, ёбана, подведи к нам сюда. Да на мне диван нормально. Пиздец. Слушай, ну чё мы теряем, блядь? Может, в 3 давай попробуем, тебя в ДЦ. В три, может, попробуем. Ебать, тяжко, нахуй. Да мы сферы не успеем заливать. Хотите? Да похуй на сферы найти. Кать, резни меня быстрее, я очень далеко. Все будут в них свечиться, ебать. Ну, лучше жить, нахуй, чем так падать. Вась, кнопка. Да, может, просто попробуем туда с ДЦ и Рестер-Дру. Да, да. Давайте попробуем сейчас с ДЦ Эрдру, если вообще все плохо будет. Пробуем в 3 хила. Ну, давайте, блядь. Ну, мне кажется, вот, ну, я не знаю, как вы, но мое мнение, лучше прожить, нахуй, дольше. Лучше сесть по мане, нахуй, и в берсу упереться, блядь, чем а вот такой это. Вопрос, да, берса есть у этого босса? Я потом еще. Вроде нету. Нет, да попробовали бы в 3. Попробовали бы в 3, да и все, что. Давай в 3, я ну, их предлагаю, блядь. Я типа, ну, я контент дохуя раз проходил, блядь. Ну, я лича, блядь, 10 оп, нахуй, в 3 хила бил, блядь. Я его убил, блядь. Я в одного бил. Ну, в одного, блядь, это когда бисы. А мы там, блядь, пришли, пиздец. Еле десятку выдавали. Нажмите на шкаф Габра с умонем. Просто я хочу видеть живой рейд, а не то, что, блядь, одно тело отваливается, то у нас точно уже шансов нету, нахуй. Не, всякие бафы пропадают, всякая, блядь, хуйня. Типа поживем, посмотрим, блядь, за ДПС-ками, блядь, 5 ДПС-ов. Здесь? Говорю, здесь? Да, все, здесь. Спякайся, Жень. На тебе СС остался? Да, 13 минут еще. На меня диван же кинули. Угу. Так, ну все, подходим. Тогда. Так, все, мана. Мана. Ну все, тогда ПС-ку мне по КД давай. Бля, где там Сарижа? Вон он, Сарижа. Ебать, отмена, отмена. Еще пьет, Войд пьет. Это что так долго резается у тебя? Да пиздец там, блядь. Ну кто видывает, что у него 45 тысяч почти маны? Поехали. Погнали. Катя, держись между. Ты же сама хотела между. Я и так между ними. Ох, что, от хили что-то надо? Скоро будет. Да главное щиты на всех держать и все. Да, что я умею? На тряпку. Иногда умею надеться. Руны. Я самую дальнюю закрываю возле меня. Еще одна быстрее.
Все. Где воет? Блять, сука! Далеко стоит. Да я свой захил. Нет. Руны. Кайс, закрывай. Руны. Руны. Дальнюю закрываю. Я закрою. За меня. Все, окей. Далеко. Опа, сука, локал. Да, он рядом со мной воет, он прохилил. Сейчас будет ПС хуже. Пока не кидай, сейчас руны. Руны. После рун закинем. Быстрее, тут 4 возле меня. Катя, поднимайся. Все. Руны кастуют. Дальнюю закрываю, еще одну тут. Ай-яй-яй, срежа. Как это? ДБР далеко. Босс появился новый. Это Poison, Poison. Все в центр. Все в луну. Там кто-то. Ой, фу, тут яд. Фу. А это похуй. А шо? Там все нормально в центре. Это нормальный яд, это дождь. РДД стоят, даже с подвалами появляются. Ну, все, в общем, стоят. Войд тоже встань в центр. Ну, который под нами, это прохилится, он быстро исчезает. Гавр, не бей. Бля, стаки. Ну, тебя здесь пэлят там. Паладин каком здесь пэлят. У меня 3 стака. 4. А, пэт, живи на. А, типа, мы сейчас настолько прикольно играем, что я один-единственный РДД. Даже Сарижа мертв. Ну, сейчас БР, что там, хуйня осталась, 3 минуты, да? Да. Мана просто, честно говоря, не садится. А что, тебе же квест можно? Он на 33% должен перевестись. Так что, бля, кайфуем, восстанавливайте ману там себе. Ну да, мы скобы подиспели. Ты дальше от рейда водить дальше. По большему кругу, да. Хорошо. Тактика, галактика. Бля, а у меня 9 стаков каких-то, бля. 10. И стаки я тебя не вижу. Бать, а шо, шо, почему она служит? Что это сейчас за удар такой был? Кобас, диспель яды. Блять, да не бегайте вы, ну встаньте вы в центре. Я говорю, эта лужа пропадает быстрее, чем вы успеваете с ней выбежать. Она просто дамажит сильно из-за ядов. Там какая-то сильная лужа была. Это всех яд был. Да, из-за того, что милики били. Танки густой яд, да, по нему повышенная как хуйня. 39 тысяч урона раз. 5 секунд. Да, вообще прикольный геймплей, стоит соло бью. Тут подавано вообще поедает. Да я вижу. Меня сожрет. Тихо, она не диспелится, да, я так понимаю? Нет. Ну милики, подходите, бейте. Это яд! Вроде, не? Не, это не яд. Милики дамажите сбоку, только сбоку, по бокам бегайте. Умреть, значит умреть, потому что танк скоро сваншотится, если мы не будем. Найдите самую большую точку, откуда вы можете бить по боссу. Самую дальнюю, точнее, милики, точку. Милики разваливаются, я ебал того рот. Сейчас, надо подавай на фуллах держать. А, давай не забей.
Дал. Надо было сразу бить. И тут яд съедает. Да, не, они бы умирали, мы не можем похилить просто. Тут яд ужасно съедает. Один РДД это мало. Что там, что диван надо на кого? Да на мне СС-ка есть, падать. Ну ладно, диван там диван. Останется СС-ка еще. Надо больше ранжей на него. Да, мы Женю хила спекнули, у нас все, минус один РДД и минус ну, ты даже, вот когда мы были в три хила, ты видел, тело упало, блядь. Казалось бы, типа да. Три хила, должен никто не падать. Значит, два хила Кать, будем. Кать, выходи из этого. Ну, 4 милика реально здесь очко, нахуй, хотя бы надо 3 РДД, блядь. Но, блядь, насколько я помню, когда его били, и его бьют милики, блядь, просто их захиливают. И три хила ходили. У нас просто, у нас знаешь, в чем проблема? У нас по диспелу яда я не успеваю физически. Это все понятно, блядь, это все понятно. Это тут просто мы с Кобой вдвоем диспели, более-менее адекватно было. Коба пошел бить, ну, знаешь, все, я не успевала. Нужно, чтобы Войт зашел на шамана третьим хилом, хотя бы так, типа. А кого тогда за Войда брать? В смысле? Ну он просто за шамана. Войт за Войда. Смотри, ну я тогда в пати с миликами, они будут бить. А диспелить шкаф тогда... А диспелить тогда будет... Можно сделать, чтобы Коба, допустим, не бил, он, во-первых, дамаг будет не получать. А все остальные будут бить. И надо, чтобы он диспелил пати, где вот РДДшники, вот допустим. Катя, допустим, на себя кинет, чтобы сильно не отвлекаться от прохила миликов. А он будет диспелить там, допустим, тебя, Локла и мага. Ну можно Геру еще под это поражать, коль шаман будет. Это ну у нас же вместо хэпала шаман. Давайте попробуем. И сегодня против КД повешу еще. Мы все равно идем, типа. Войт, раздай всем кулаки. Кулаки раздай всем. А мне им по пятку, пока не ушел. Ты выйдешь, она все равно, по идее, должна остаться. Пока не умрем. Ну просто тут вопрос Тома, выхилит ли Войт, будучи в два хила тут. В смысле? Я предлагаю в три хила идти все равно, но с шаманом. Все равно в три, нахуй. Ну ты видел, тело упало, блин. Ну окей. В два главный сет. А он упал, потому что мы не прохилили, а потому что в него влетели, скорее всего, стрелы и сразу же стак с этого, с круга. Ну, как со мной тогда было, скорее всего, так же с ним и было. Не знаю, как вообще... Маг — это вообще самый защищенный от магии, потому что у него там в талантах качает защита от магии, охуенно. Да у нас везде Сарижа умирает быстрее всех. Сейчас зайду. Сарижа не качал, что ли?